Значит, продолжаем возвращать Танечку Строкову на проект, потому что Даня загнивает. Да, Дань, нужно быстрее возвращаться. Я не знаю, что ты там обижаешься на меня, там плачешь, тебя Ебаров тут пиарит, звездой делает. Давай, возвращайся, Дане очень плохо. Дане нужно спасать, Дане плохо, его нужно спасать. Серьезно, Танечка, в общем, мы тебя ждем на разборе по касике. Так, Илюшенька, до меня дошли слухи, что Анечка Левченко в интересном положении. Слава богу, она не слышит сейчас, она пока. Она беременная от Блюменкранца. Вот. И самое главное, что Валерии повезло, что у них будет двойня. Вообще, какая это прелесть! Это впервые на Доме 2. Двойня сразу от Левченко. Хорошо, что Валера нас пока не слышит, он нас проклянет. Пока, сики. Валерочка, мы тебя поздравляем, Анечка. Желаю вам здоровья и любви. Пока, сики. Ты второй раз становишься отцом. Господи, и третий тоже. Анечка, здравствуй, моя детонька ненаглядная. Слушай, до меня дошли слухи, я бы же могила. Он доложил мне, что ты в интересном положении, это так? Яма, ты чего, зачем ты говоришь? Ебаров, зачем не ты снимай, изначально не сливай информацию? Дорогие друзья, вот вы очень переживаете за пару Яночки и Захара. И очень много вопросов, когда будет свадьба. А я говорю, пока свадьбы не будет, Яночке нечего надеть. Правильно я говорю, Захар? Скажи что-нибудь, пока, пожалуйста. Яночке нечего надеть, а свадьбы не будет. Свадьбы не будет, покасики.